Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. И сегодня я хочу поиграть, да и вам показать игру, которая называется «Танки против роботов». Ну что ж, давайте приступим. Приветствую тебя, командир. Здорово, девчина. Для движения вперед, назад, влево и вправо используй джойстик. Ага, понятно все. Так, вот так мы двигаемся, ребят. Для поворота башни проведи по экрану. Подними бонус. Подними бонус, ясно. Пойдемте за бонусом сходим. Игруха, ребята, по-моему, я так понимаю, из новинок. Так как раньше я что-то ее не видел. Может быть, я, конечно, ошибаюсь, но по графике вроде так смотрится неплохо довольно-таки. Где там бонус-то? Что за бонус вообще? Как-то ты, братишка, медленно, очень медленно идешь. Ну, робот такой приличный. Так, вот он. Ага. Аптечка, оказывается. Для стрельбы нажми указатель. Ага, мы можем стрелять. Уничтожь все цели. Ясно. Уничтожить все цели. Где у нас цели? Ага, вижу. Сейчас добьем. Минус один. Так, их всего здесь две, что ли, я так понимаю, да? По ходу дела, да. Все, готовы. Не забывай обращать внимание на индикаторы жизни и перезарядки. Да уж как-нибудь не забуду, не волнуйся. Все, что ли, пройдено обучение? Коротенькое какое-то. Так, ладно, продолжаем, ребята, продолжаем играть. Сообщи. Так, вот я, ребята, себя назвал. Осмотрись и выходи в бой. Ага, в бой. Кстати, да, смотрите, ребята, у меня какой-то лаг на эмуляторе. Не прорисовывается моя тачка. Но я думаю, что если играть на мобильнике, такой фигни не будет. Подключение к серверу. Оу, сколько вас тут, ребята. Ой. Можно выстрелить? Давай еще. Ёлки-палки, мне какой-то танк дали. Ладно, давайте тут устроим расколбас. Тихо, 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 братиша, ты чё? Вот так, ёлки-палки. Вот гадёныш, а. Блин, вот по мне там жарят-то, а. Я тебя добью. Я чувствую, что я тебя добью. Яблочко. Это точно. Выстрел. Яблочко. Поехали дальше. Давай, стреляй. Отлично, ребята. Так, соберите 4 аптечки. Задание у меня, да? Где эти аптечки-то, блин? Егор, куда? Куда, блин, мои бонусы забирает? Смотри-ка, мистик по мне. О, с двух сторон. Ага, ребят, тут понятно. Тут, значит, каждый сам за себя. Тут нету ни друзей, ни врагов. Так что тут все враги. Ладно. Давайте тогда вот этого вот мистика попробуем. А, у меня хп мало, ребят, сейчас взорвусь. Сейчас взорвусь. Черт, я тебя побрал. Так, я на четвертом месте. Как ни странно. Так, тут можно ускориться. Возрождение за золото. Ну, я так подожду время. Воу. Получай, правильно. А меня убил мистик 31, я это запомню. Я его достану сейчас. Ёлки-палки, как быстро перегревается орудие у меня, а? Что, проснулся? Поздно, братишка. Копилку, так, я получил 80 серебра. Итого у меня 15 золота и 5000 серебра. Естественно, пригодится. Ну что, ребята, я могу сказать вам, по графике сделано довольно-таки неплохо.
мое первое такое впечатление довольно играбельно. О, нифига, это приближение. Яблочко. Так, яблочко, говоришь? Я не пойму, в кого я там бомблю-то. А, в гости в каком-то. А мне нужен мистик 31, он там, блин. Получено серебро. Так, получено серебро. Блин, опять у меня мало хпшек, ребята. Ё-моё. Яблочко. Гад, вот увязался за мной, а. Ну тут, как говорится, кто кого передамажит, да? И, скорее всего, я его передамажу. Отлично, ребят. Ну и хп у меня, конечно, тоже очень мало. Сейчас один плевок в мою сторону, и я развалюсь. Получит огонь. 80 серебра подобрал. Так, ягуар там, по ходу дела, в меня метит. Разрешаю открыть огонь. Да ты что, серьезно, что ли? Спасибо тебе большое. Так, дайте-ка я вот это соберу. Это что? Да куда ты? Это золото у нас вроде, да, лежит? Ага, один золотой слиточек взял. Дайте-ка я вот здесь вот объеду, а. Так, АЗО-9. Тем более подбитый. Есть шанс его подбить. Точнее, добить. Он там с кем-то воюет тоже. На-ка, выкуси. Получай. Называется из-под тишка, ребят. Давай, ну, еще. Даю, даю, даю. О, отлично. Так, надо от них собирать эти бонусы, ребята. Это, как говорится, наши деньги, наш опыт. Наше все. Что это за звездочка такая? Давай дальше. О, получен опыт, 15. Дайте-ка я вот эту успею забрать, нет? Тут, кстати, ребята, время идет. Хорошо. Еще 15 опыта. Так. Никон впереди. Что это за флаг? Это... Кто он такой-то, интересно? У нас русский флаг, кто из России, а это кто, не пойму я. Никон. Написано по-русски Никон. Так, продлить бой за 4 золотых на 3 минуты. Нет, спасибо. Я уж как-нибудь так. Блин, смотрите, тут не только из России, ребят, тут и из Чехии или откуда там, я не знаю. Играет. К-к-к-к-ку. Пророк. Так, ай-яй-яй-яй, 7 секунд, ребят, не успею никого подбить. Ох, там на танке, нифига, он крутыш. Давай еще. Да даю, даю. Так, ребят, что, я на третьем месте, вполне приемлемо. Участвую в ежедневных рейтингах. Хороший результат. Так, тут без премиума, хрен его знает, за третье место 100 серебра мне полагается. И... Так, полный бак. Отлично. Самое время улучшить свою технику. И испытать ее в бою. Задачками значительно интереснее. Моментальный захват цели. Система автоматического найдения орудия. Ага, тут еще надо ждать 26-23. Короче, время идет. Так, слева у меня здесь броня, минимальный урон, атака, темп огня и скорость. Так, тут у нас заряд. Усовершенствованный... Сервоприводы увеличивают скорость перезарядки. А, я не могу купить, пока у меня не пройдет вот это вот время. За одну секунду могу ускорить постройку. Но зачем, смысла пока не вижу. Так, может быть... Может быть, здесь можно как-то графику, ребята, изменить. Может, тогда баг исчезнет, глюк этот. Так, давайте-ка вот по графике посмотрим. Нормальное качество, высокое. Нет, что-то ничего не изменилось. А если наоборот сделать низкое? Ну... Камуфляж значительно увеличивает шансы на победу. Нет, лучше уж пускай будет высокое качество. Хрен с ним. На эмуляторах, ребят, всегда такая фишка происходит, блин. Какой-нибудь глюк да будет. Значительно увеличивает шансы на победу. Да? Купить на 6 часов плюс 10 к атаке. За 4 золота? Нет уж, не хочу. Ага, это список у нас тут игроков. Выбери нужную машину. Ух, нифига тут. Скаут. Вау, вау. И еще закрытый. Нифига в конце шторм. Это виповский какой-то. А я вообще, походу, получается, на самом первом. Defender VV2. Так, что тут за прокачка? Значительно интереснее.
Мотор. Значительно увеличивает мощность двигателя техники. Ну, можно, в принципе, купить. Ага, 30 секунд опять надо подождать. И сколько он мне прибавляет? 0,5? Всего лишь 0,5 к скорости. Моментальный захват цели. Шасси. Улучшает проходимость и скорость техники. Да, вот, ребята, вам и серебро. Вот оно для чего нужно. Защита узлов техники. 3000 серебра. Блин. Что лучше-то сделать, а? Модуль прокачки доставлен. Спасибо. Так, давайте, наверное, я не знаю. Вот так вот сделаем. И подождать теперь опять придется время. Так, 19 секунд. Броня сейчас у нас усилится. Насколько броня-то усиливается? На 0,6. Понятно, не очень много, но тем не менее. Интересно, а если я возьму другую технику, мне ее заново придется прокачивать или как? Скорее всего, да. Так, момент. Ага, спасибо. Давай вот это вот. Ёлки-палки, а тут 15 минут ждать. Не, ребят, давайте пойдемте с вами в бой, пока тут это 15 минут ждать. Боевые задачи. Соберите 4 аптечки. Собери 4 ускорителя перезарядки. Выбор карт. Ага. Так, две карты, что ли, всего доступно пока, да? Ну да, ребят, ну я говорю, по-моему, игруха свежак. Еще в разработке даже. Ну что тут можно? За золото всякой ерунды купить можно, но... Я думаю, оно того не стоит. Давайте без этого пока поиграем. Вау. Какая-то лаборатория. Ух, сразу в бой. Получай, гамма. На танке. Сейчас звездонет, да, наверное, мне? Это что такое было? Самоликвидировался? Darkseid 22. Так. Воу-воу-воу-воу. Кто-то сзади по мне шмаляет. Но я этого Дарксайда убью. Добью. Отлично. Ё-моё, вы посмотрите. Иди сюда, Эмпо. Блин, он меня передамажит, ребята, в любом случае, потому что у меня очень мало хп. Это я захотел схитрить, думал, буду ехать и обстреливать. Фигня получилась полная. Все, я готов что-то. И я на 8-м месте. Вот я лошпенище, а. Ну да. Ну и не забывайте, ребята, что я только вошел в игру. Они уже тут вовсю воевали. Так, Дарксайда я опять сейчас завалю. Должен завалить. Отлично. Так, и надо этого Эмпо. Он меня в тот раз подбил. Получай. Давай, 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 давай. Отлично, не убежишь. Отомстили. Так, соточка серебра. Ух ты, а тут-то скелетор. Так, скелетор, блин. Ой, Дарксайд пришел. Сейчас они вдвоем-то против меня. Нет, смотри-ка, Дарксайд что-то тупит. Купил танк и тупит. Ё-моё, я даже не... Я вообще на самом низу, ребят, 10-е место. Щегол, блин, а. Ладно. Разрешаю открыть огонь. Спасибо за разрешение. Так, давайте хотя бы гамму подобьем, что ли, я не знаю. Там МПО прыгает. Яблочко. Давай, 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 давай. Блин, как у меня быстро перегревается орудие, а? Да мы сейчас его быстренько разберем, ребят. Все, все, все. Получай. Опа, Вадим Туманов тут выскочил у нас. Ну-ка. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Оу, нифига там Эрик, смотрите, на каком роботе ходит. Ребята, тут, видать, уже играет-то прилично. Хера такой, блин, птенчик. Опа, и на меня, да, сейчас? Нет, смотрите-ка, не тронул меня. Он вообще здесь ходит как царь. Так, иди сюда, Туманов, никуда от меня не скроешься. Ё-моё, да кто подбил-то, ядрить тебя на корень? Жаль, не пишут, а? А, вот, показывают, кто меня подбил. Вот он едет, блин. По-моему, это вот этот вот. Сейчас посмотрим, кто там.
Блин, не показывает. Выстрел! Какой, блин, выстрел? Дай мне нацелиться вначале. Выстрел. Так, скелетора возьмем. Давайте-ка его попробуем. Давай. Вот мы сейчас вдвоем-то, а я потом и скелетура, и Алекса дощелкаю. Получится, нет? Да что ты тут крутишься-то вокруг меня? Иди отсюда, Алекс. Ага, значит, они вдвоем. Нет. Блин, нифига не пойму. Все, скелетора нету. Так, а где... Так, я бонус получил опыта. А где этот Алекс? А, вон он. Надо за ним ехать. У него там ХП очень мало. Я его должен добить, ребята. Зерев какой-то здесь. Ну-ка, Алекс. Отлично. Ага, опять Вадим Туманов тут вышел. Ну, я сейчас с тобой разберусь, а. Давай. Щелкаем его. Блин, 41 секунда осталось, ребят. Чего ты там тупишь? Ай-яй-яй, объезжает. Да что ты... Давай, добивай. Есть. Да не буду я продлевать бой никакой. 15 опыта дали мне. 22 секунды. Да, за это время я, наверное, уже никого не успею подбить, ребят. Так, Ильдар вижу какого-то там. Эмпо. Ай-яй-яй, а хотелось бы добить еще одного. Ну, мне жалко золото, но 3 минуты, в принципе, прилично, это, считай, целый раунд. Ну, так как у нас пока обзор, ребята, ну, на 8-м месте, хоть не на 10-м. Так как у нас здесь обзор, я тратиться не собираюсь. Отлично, так держать. Спасибо. Так, заработал я 75. Отлично, так держать. Надо же, я поднимаюсь по рейтингу. Приобретай камуфляжи и рисунки. Это даст большое преимущество в бою. Камуфляжи или рисунки? Интересно. С камуфляжем будет интереснее. Да, я вижу, что будет интересно. Но это все на время, ребята. На 6 часов, на 12. О, тут еще и закрытые какие-то есть. 15% к атаке. Да, соблазнительно. Или вот 10% к атаке. Ну, на 6 часов за 4 слитка. Перебьюсь, я думаю. Так, ну что, давайте что-нибудь... значительно интереснее. Давайте себе что-нибудь купим тогда уж. Ай, видать, еще не сделалось, да? 15 минут не прошло. Сколько там еще ждать-то надо, я не пойму. А, еще 8 минут, ё-моё. Может быть... Доставлено. Так, спасибо. За одну золотую... За один золотой слиток мы с вами ускорили это дело. Да, с деньгами-то у меня, ребята, 1500 серебра всего лишь-то. Хе-хе-хе. Быстро я потратил, конечно, серебро-то себе. Не хватает валюты. Да я понял, что не хватает. Так, на это не хватает. На заряд. Вот, могу купить шасси. За 30 секунд мне его доставят, да? И он прибавляет 0,2. Всего лишь 0,2. Так, у меня еще горючка, ребята, заканчивается. За каждый бой я трачу по горючке. По одному бензобаку. Так что даже... Если захочешь долго повивать, да не получится. Текущие боевые задачи. Выбор ты... карт. Да понял я. Ну, давайте возьмем, наверное... Аванпост, рубеж. Да, мы на ней обучение вроде проходили. Ничего, здесь не буду брать, в бой. Так, используйте рисунки для улучшения своей боевой машины. Подключение к серверу, там уже война вовсю идет. Так, быстрее! Да куда быстрее-то, дай мне хоть прицелиться-то. Серик. Ну-ка, Серик. Давай еще. Даю. О, как я его, смотрите. Сзади довольно легко разбираются они. Не останавливайся. Да не останавливаюсь я, ё-моё, блин. А вот теперь... Да не останавливайся. Ты заколебал. Отлично, я его подбил. Богдан... Можно стрелять. Можно стрелять, спасибо.
Богдан Ивонин. Продолжаю. Ух, как я убыренько разбираю, а? Даю. О, сзади там уже... А, Серик появился. Понятно. Выстрелил уже. Так, что там от него осталось? 10 очков, отлично. А опыт мне, наверное, нужен для повышения в рейтинге, я так понимаю, да? Скорее всего, так. Так, там борец у нас. А кто здесь? Ага, Серик у нас тут. Серик. Ну, давайте попробуем Серика нахлобучить. Давай, вот так вот. Пока он там развернется, мы уже у него... О, да он затупил, браток. Даже не понимает, наверное, кто в него стреляет. Бинго. Получено серебро, это хорошо. Так, кто у нас следующий? Богдан. По-моему, он там меня сзади обстреливал, да? Опять там этот на роботе. Дайте-ка я вот здесь вот. А вот этот вот стопудняк какой-то не русский. Даже Рикс Файрсал какой-то, блин. Огонь! Огонь. Даю огонь. Вот так вот. Осталось немного. Я вижу. Готов. Что дадут? Ушлая вещь. Базара нет. 60 серебр. А, здесь, ребята, все, я не могу проехать. Здесь, видимо, конец зоны, да? Ясно, тогда разворачиваемся и едем. Фара 78. Стреляй! Да в кого стрелять, что никого нету, блин. Пока еще никого не вижу. Выезжаю. Может быть, отсюда как-нибудь побомбить. Эх, застрял, блин. Да что ты. Тихо, 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 тихо. Не будем пока высовываться, ребята. Можно стрелять. Яблочко. Какое, блин, яблочко. Да что быстрее ты. Стреляй. Да. Не нервируй меня, блин. Быстрее стреляй. Я знаю, когда мне стрелять. Так, надо его догнать. Отлично. Яблочко. Вот так вот. Нормуль, ребята. Что дадут? Давай дальше. Да что вы мне только опыта даете, блин? А где тут аптечки, интересно? Я не понимаю. Мегатанк. Вот сейчас мы тебя и разберем, блин. Так, Богдан, ты не будешь меня трогать, надеюсь? Не трогал. Тогда и мы его не будем трогать. Оу, 43? Нихера? Это кто так мне... Богдан, ты что? Точно, блин, смотри-ка. Ты не припухли, родной, а? Все, ты напросился, блин. Вот так вот, будешь знать, как из-под тишка. Так, одно золотишко дали. Так, минута, ребята, осталось. Всего лишь минута. Так, я не понял, где здесь аптечки находить. Так, а это у нас серебро, по ходу дела, да? 80 серебра подобрал. Ну что, успею я кого-нибудь еще шваркнуть или нет? Все крутятся. Вот там по карте какие-то эти обозначены, видите? Квадратики светящиеся. Может быть, это и есть аптечки? О! Биг Бананас готов. Все, ребят, 20 секунд осталось. Не успею я тут никого больше подбить. Можно выстрелить. Яблочко. Хотя, может быть, нет, не успею, наверное, я танк этот разбомбить. Дайте я вон опыта лучше возьму. Опа. Да куда дальше-то, уже время на исходе. Хороший бой. Ух ты, я и на первом месте еще, к тому же. Неплохо. Неплохие результаты. Да я уже понял. Приобретай камуфляж. Поздравляю с повышением. Оу, я на 9-м месте, ребята. А на первом-то кто у нас? Нанит. Женщина. Ну, в общем, ребята, вы, в принципе, поняли суть игры. Я надеюсь, вам обзорчик мой хоть как-то помог в этом разобраться. Пускай даже такой коротенький. Вот, что здесь еще-то есть?
подключиться. 10 золота дадут. Ну, давайте, сделаем. Так, да, дали 10 золота, ребята. У меня 30 уже. Отлично все. Я смотрю, здесь есть чат. Ага, понятно все. Можно болтать, хоть заболтаться. Ну, в общем, ребята, на этом я буду завершать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр. И мы с вами увидимся в следующих новых видосиках, ребята. Так что играйте и побеждайте. А на этом все. Всем пока и удачи, ребята.